Сегодня я из этого входа. У нас еще один вход на озеро был. Комсомольское озеро у нас. Вот был такой вот вход. Здесь были, стояли когда-то автоматы для воды. В этом месте вместо бара. Здесь были стояли столы для игры в бильярд, шашки, шахматы. Сейчас здесь, видите, бар-кафе. А вот в этом месте был кинотеатр. Дневной кинотеатр, которого сейчас нет. Ничего уже нет. Ну, вот такая клумба, она так и осталась. Вот. Проход к озеру. И сейчас я тоже пойду вот сюда, в этот проход. И там еще я вам покажу. Да, мы здесь все гуляли вот. Видите, места, где были, где стояли бильярдные столы. Сейчас там ничего нет. Ничего нет. Вот это один проход к озеру, потом мы еще туда пойдем. А это другое. Вот я уже тут почти подошла. Тут была каскадная лестница. Говорят, что ее ремонтируют. Сейчас вот я посмотрю. Кто-то здесь нарисовал интересные штуки. Картины старого города. Такая вот беседка у нас здесь всегда проходила. Здесь играл оркестр. Вот что-то тут ремонтируют. Посмотрим. Такая беседка в таком стиле интересно. В тургеневском таком стиле. Да, развалины. Ну, посмотрим, что отремонтируют. Да, рядышком были танцы. Тут еще продолжение старого города. Ну, тут вот пролезу, сейчас посмотрю, что там ремонтируют. Ну да. Вот как-то стараются. Ремонтировать. Может, действительно будет красиво. Ну, вот эта вот ваза так и осталась. Она так и была. Вот такая старая, граненая, гранит. Наверное, вот так и осталась. Я иду по этим ступенечкам, которые уже так вроде бы. Там какие-то каскадные камешки уже выложены. Вот в этих местах тоже танцевали. Наверху беседка вот такая. Вот, а на таких площадках тоже танцевали. И там танцевали, и здесь танцевали. Хорошо, будет красиво. Я думаю, поставят фонари новые, все, будет красиво. Ну, вот здесь тоже вот так. Еще и отсюда. Вообще, женихам и невестам будет вообще где разгуляться. Там можно приглашать и ЗАГСа. Здесь такие ступенечки, вот к озеру, фонтан. Такие вазы уже стоят. Очень красиво. Здесь вот тоже сделали очень красиво. Так, такая смотровая, красивая площадка. 100% облюбуют ее женихи, невесты.
родственники. Очень красиво здесь. Такая вот площадочка. Это вон какая красота. Я очень любила это место, люблю это место. Вот здесь, в городе, очень люблю. Вот так будет красиво. Везде, наверное, будут стоять вазы, фонари. Потрясающе. А здесь вот так. Все будет по-новому. Ну, вообще шикарно. И все это спускается вот к озеру. Вот это Комсомольское озеро. Хорошо, пошли дальше. Покажу вообще места. Конечно, в моем детстве вот такой вот дорожки возле озера не было. Совсем уж близко к озеру. И такой перегородки. Это вот такой вот, здание, вообще было кафе. И сразу напротив уходила в озеро, вглубь озера. Дорога, вот она еще здесь осталась. Вот такая дорога вглубь озера, и там было кафе метров на 20. И там в серединке стояло кафе. А сейчас здесь все заброшено. Вот. Чего нет. Ну, вот там с той стороны была лодочная станция. И были домики для лебедей. Сейчас это ни лебедей, ни станции. Ничего у нас нет. А вот там вот вдалеке так еще и осталось. Это вышка парашютная. Прыгали с парашютами. Так, а сейчас я попробую найти летнюю эстраду. Не помню уже где. И как идти. Попробую здесь. Заросли. Да, это все парк. Уже забыла. Честно говоря, хожу еще развалины. Вот как красиво. Заход солнышка. Еще развалины летней эстрады. А может и не развалины. Вот уже забыла где. Красота от солнышка. Ну да, вот была эстрада. И остались одни развалины. Развалины. Ничего здесь больше нет. Ступеньки, все. Ну, вот так сегодня. Солнышко. Парк. Сейчас мы пойдем посмотрим, где что осталось от Зеленого театра. И да, это вот была малая площадка стадия. Концертные, где проходили фильмы, где
проходили концерты симфонического оркестра, и где я проводила все свое детство, что я слушала все концерты нашего симфонического оркестра, нашей филармонии. Вот так. Сейчас еще покажу. Сделали площадку, играют в шахматы. Вот так. Не было этой площадки, вот ее вот так вот сделали. Это вот здесь уже все заросло, выросло уже все. Здесь были детские площадки, качели. Ну, уже все вот так. Все выросло и заросло. Остались только ступенечки. Ну, такие вот новые мусорки поставили. Ну что, здесь уточки мыть? Кто у нас тут плавает? Сейчас подойду поближе. У нас тут уточки плавают, оказывается. А это большие, по-моему. Нет, надо, я думала, что лебеди. Приплыли, они думали, что что-нибудь получат. Ну пока. А вот эта дорога уже тоже была к детскому, к детской эстраде, к зеленому театру. Сейчас посмотрим, что здесь у нас, что у нас здесь осталось. Что-то там есть, посмотрим сейчас. Ну, вот видно, что еще старые какие-то стены есть. Шахта вот эта старая. Развивочка, это все так и осталось. Такие дорожки. Все еще так и есть. Вот там дорожки. Да, на этом месте так и сделали площадку. Вот здесь можно собраться, пенючки, посидеть. Вот на этом месте так и была площадка, сделали площадку, есть тренажерный зал. Да, вот тренажерный зал. Сейчас пойти позаниматься, что ли. Ну вот то, что осталось. Детские эстрады тут. Дорожки эти. Чего нет? Дети. Да, это там где-то подальше было. Точно вот там эстрада была. Сейчас пойду через мостик. Вот тут мостик есть. Там мостик есть. А, напротив зеленый театр. Сейчас пойду. Так и было здесь. Здесь так и было. За речка, не знаю. Так это речка и была. А это уже вот стоят кассы. Такие кассы у нас зеленого театра были.
Так у меня еще хороший, называется. Называется летний театр. Что там внутри? Да, здесь я тоже танцевала. Выступали мы. Очень часто здесь пел Муслим Магомаев в этом театре. Ну да, как бы сейчас все закрыто, а вот такие скамеечки. Вот. Вот так вот столько мест. Нужно еще стоять сколько. Вот, ну. Тут вот вход на сцену. Нет, сцена небольшая. Ой, там кто-то сидит. Это вот дорога вокруг театра. Я сейчас попробую, если будет видно, подойти поближе и вышку парашютную. Тут реально прыгали. Возможно, даже сейчас еще прыгают. Посмотрим сейчас. Как красиво. Такое ощущение, что стоят белые от снега. Красота какая. Сейчас я посмотрю. Вот иду я к вышке, посмотрим сейчас, что здесь. Вот здесь ступенечки. Наверное, уже все. Ну, я сейчас только покажу вышку и все. Там вышка. А все закрыто. Вот тут поднимались. По ступенечкам наверх и прыгать с парашюта. Вот так вот по асфальтированной дорожке все озеро вокруг, потому что вот отсюда уже здесь дорожки и шли. Когда-то здесь был парк развлечений. Потом я покажу, где это есть. Родник Тамара у нас называется. Такой вот источник у нас есть. Да, душевный. Такой вот источник. Ну, а я почему-то вот деревья. Почему-то деревья вот так вот отсвечивают белые сосны. Совершенно потрясающе. Красиво. Ну все, сейчас я покажу другую дорогу, другой подъем. Вход в парк, еще один. Действительно стоит вот такая какая-то дымка, совершенно невероятная. Не могу понять, что это. Такая вот дорожка. Сейчас идем к озеру. Такая вот дорожка у нас. Здесь еще. Вот здесь салатовый такой-то туалет. Достаточно неплохой для парка. Хорошо сделали его. Молодцы. Сейчас мы вот тут вот идем с вами по такой вот дамбочке, которая отделяет озеро. Видите, очень чистое озеро. Замечательное. Вот. От камышов, где находятся уточки. Да. Забыл.
дальше этих дамб камышам не пройти. Тут защитница была. Так крякали, защищались от собачек. Да, надо сказать, что очень много людей. Очень много людей бегают, прыгают. А, не видно. Катаются. Тут сейчас мы тут входим в центральную. Центральный, как бы считается, такой парадный вход. Что у нас тут такое? Не знаю. Что у нас тут сделали? Ну, это как бы памятник полицейским. Здесь вот так все красиво. И сейчас будем подниматься по этой большой лестнице наверх. И вот так туда наверх, наверх, наверх. Эта лестница была сделана с самого начала, как только было вырыто озеро. А вот эта вот дорожка вела к эстраде. Ну, вот так. Пока вот уже все. Все разваливается. Может быть, сделают. Сколько раз я уже по ней с самого детства бегала и поднималась. Вот эта вот дорога вела на эстраду. Сейчас там развалины. Это вот сколько уже прошли. Что еще вот тут? Вообще очень много людей занимаются, бегают вверх-вниз, вверх-вниз. Совершенно замечательно. Нет, совершенно не устала, потому что как бы привычно. А здесь вот эти вот сосны, вот сколько я помню, столько они здесь и стоят. Вот кружочек. Такие ступенечки. Такая вот уже арочка. Центральный такой вход. Это абсолютно новое здание, но в таком
интересном стиле. Вот в таком вот интересном стиле сделано здание. Такой вот какой-то ампир. Вот выход. В этом здании находится миссия ОБСЕ и американский ресурс. Надо будет зайти посмотреть, что там у них у американского центра. Ну, это было там, где были какие-то кафешки. Такие. Так, сейчас. Нет, наверное, там находится администрация парка с этой стороны, с этой стороны. Вот такой еще один ход. Ну, напротив здания университета, вот напротив там. И еще здесь, вот видно, музей. Была водонапорная башня. Мы туда еще тоже сходим. Водонапорная башня, тюрьма, который бежал Котовский. И уже дальше музей города. Посмотрим потом, что зайдем туда внутрь. Городская зарисовка. Тут был такой вот непонятно что сделали, разрисовали в машину. Вот.